Ну вот, друзья, смотрите, уничтожили нашу клумбу опять городскую, к которой люди привыкли. Были у нас тут ирисы росли, другие красивые цветы, бархатки всякие, маргаритки многолетние. И вот сейчас непонятно, какую-то капусту посадили. Обалдеть, честно говоря, я опять в шоке, ребята. Вот здесь росли ирисы. Вот на углу росли голубые и желтые ирисы. Взяли все, уничтожили. Вот там просто травка, цветов мало, там они не тронули. А здесь они посадили вот эту капусту. Кто это придумал? Тут, значит, дерево испортили. Корни все, значит, вот это... Липа, скорее всего, уже испортится. Ну, в общем, колбасят матушку природу почем зря. Со своими дорожками дурацкими какими-то. Сейчас узнаем. Здравствуйте. А вот кто это вам сказал, девушке, вот это делать? Вот, вот это вот. Тут ирисы у нас стояли. Кто сказал врывать? А вы когда ирисы выкопали эти? Я не знаю. Как не знаете? Ну, вчера это или позавчера случилось? А вы Дмитровское благоустройство или кто вы? Вы Дмитровское благоустройство? А, вы бригадир, да? Вот здесь ирисы были, вот здесь. Да, все горожане. В какое другое место? А зачем? Здесь же красиво было, здесь же. Приехали, посадили. А подрядчики кто? Фирма наша, Логистик Ресурс. Вы по всей Московской области, да, что ли, работаете? Да. Мы подрядчики. Это администрация, да, приказала, ну, убрать? Или Дмитровское благоустройство? Ну, или... МБУ. А, МБУ, да. Не, ну, вы знаете, вот здесь, это... Здесь просто расширяется территория, я так понимаю, вот это вот. Здесь, блин, какая-то велодорожка будет. А вот это что? Это что, многолетники? Нет, или что это? Ну вот, а жили здесь однолетники, ирисы, которые всех, всех любили, берут и садят нам какую-то декоративную капусту, которая никому не нужна. А куда вы пересадили ирисы? Я не пересаживала, мы их только выкопали. И куда их увезли? Когда вчера, да, их увезли, да? Позавчера. Позавчера увезли. Ну вот, ребят, смотрите, что происходит в Дмитрове. То есть горожан не спрашивают, делают, что хотят. Наши любимые ирисы, в общем-то, изничтожили, увезли в неизвестном направлении. Людей не спросили, ничего не сделали. В общем, ну, сами смотрите, что происходит. Фу. Вот так вот нас каждый день опускают в стресс. Посадили однолетники, потом это будет просто вытоптанная клумба, никому не нужная. И все на этом закончится. В общем, никто ничего не знает. Выполняют приказ администрации по изменению вообще фактуры города, изменению любимых мест горожан. Ну, сами судите, сами вот смотрите, что происходит. Конечно, это недопустимо все. И считаю, что все это незаконно.